критике я отношусь нормально. Но что касается театра, поскольку мы служим в театре и театру служим, я сейчас удивляюсь критикам и критике, которая происходит. Почему? Объясню. Потому что с теми критиками, с которыми я сталкивался после обсуждения спектаклей, в основном они начинают говорить о том, как бы они это сделали, как бы они это поставили, или точнее, как надо делать, как надо ставить, как надо играть. Вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: «Румяный критик мой». Вот. И поэтому я отношусь к ним сейчас не ко всем, к некоторым, с иронией. Как говорил мой мастер в институте, когда я учился еще на артиста, на первую профессию, он говорил: начнут вам критики что-то говорить, а вы ему скажите: а ты попробуй выйди и проведи. Вот в этой серии. Потому что, по-моему, критик все-таки, театровед, критик, должен попытаться разгадать, про что спектакль. И в первую очередь найти позитивное, что-то хорошее. А у нас, ну не знаю, у меня слово «критик» сразу же на ухо ассоциируется с отрицанием. Вот не хочу отрицания. Хочу, чтобы все-таки была попытка найти в том продукте, в том материале, в том художественном целом что-то хорошее и попытаться критиковать по тем законам, по которым оно поставлено и по которым сыграно.